написанного им в 1957 году. Это ему 17 лет. Пилигримы. Мимо ресталищ и капищ, мимо храмов и баров, мимо роскошных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы, идут по земле пилигримы. О, вечны они, горбаты, голодны, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета, за ними поют пустыни, вспыхивают зорницы, звезды стоят над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним. Да, мир останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным, что мир останется лживым, да, мир останется вечным, может быть постижимым, но все-таки бесконечным, и значит, не будет толка от веры в себя, да в Бога, и значит, остались только иллюзия и дорога, и быть над землей закатом, быть над землей рассветом, удобрить ее солдатам, одобрить ее поэтам. Второе стихотворение из Бродского, это уже Бродскому 20 небольшим, называется оно «М.Б.» Марине Басмановой. «Я обнял эти плечи». Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною. И увидал, что сдвинувшийся стул сливался с неподвижной стеной. Был в лампочке забывшенный накал, невыгодный для мебели и стертый. И потому диван в углу сверкал коричневой кожей, словно желтый. Стол пустовал, поблек.